Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы пойдем по авторынку. Так как начало месяца, сделаем большой обзор цен и что у нас есть на рынке. Еще, друзья, хотим добавить. Вот все пишут, разыграйте, разыграйте, сделайте призы. Мы сделаем для вас розыгрыш, но это будут не призы. Сейчас я вам расскажу. Но будут некоторые условия. Когда на канале наберется 50 тысяч подписчиков, осталось в принципе немного, мы разыграем для вас три бесплатных подбора автомобиля. Не осмотр автомобиля, а именно подбор автомобиля под ключ. То есть найдем для вас автомобиль, сопроводим сделку, перегоним в транспортную компанию, договор. Все это сделаем, будем возвести до момента получения автомобиля. Но условие 50 тысяч подписчиков, чтобы это было не просто так, чтобы был стимул. Вот, что для этого нужно? Я, кстати, об этом буду повторять в каждом видео, об этом розыгрыше. Что для этого нужно? Нужно быть, естественно, подписанным на наш канал, потому что мы это все дело будем проверять. Подписка у вас должна быть открыта, и вы должны быть подписаны на наш Инстаграм. Вот, тоже в обязательном порядке. Без этих условий, если, допустим, человек выигрывает, но у него закрыта подписка, он, ну, будем считать то, что в пролете. Если он подписан на YouTube канал, но не подписан на Instagram, тоже он будет в пролете. Поэтому давайте, поддерживайте нас, подписывайтесь. Осталось немного. Ребят, ну, собственно, вот находимся на авторынке. Кстати, напоминаю, не продаются у нас нормальные микрофоны на камеру. Ждем микрофон, должен прийти вот уже со дня на день. И со звуком у нас будет все в порядке. Поэтому сейчас снимаем на телефон. Как видите, автомобили есть. В наличии автомобилей много. Кстати, еще дополнительно к нашему розыгрышу, именно подбора автомобилей, в этом видео разыграем с вами бесплатный осмотр автомобиля. Для этого нужно быть подписанным на наш канал, быть подписанным на Инстаграм. Если это видео наберет, да, есть у нас как бы небольшие условия. Если это видео наберет 2000 лайков, то розыгрыш состоится. Итак, давайте начнем. Мы сегодня много автомобилей брать не будем. Возьмем вот этот ряд по ценам. Несколько автомобилей пооткрываем. Итак, Subaru Forester 2017 года выпуска. Двухлитровый мотор. Хорошая комплектация. АЛ-ка. Система ISA есть, как видите, это уже рестайлинг, но не рестайлинга практически не осталось. Умыватели фар, туманки, родное штатное литье. Размер колес здесь должен стоять 17. Так, здесь стоит 225/60/17, стоит летняя резина. 1 700 000, да, автомобили поднялись в цене, все поднялись в цене. Но, тем не менее, салонные автомобили, даже автомобили отечественного производства тоже подскочили в цене. 1 700 000. Пробег сейчас посмотрим. По-моему, 66 тысяч. Все автомобили идут 4WD. Все автомобили идут на вариаторе. Это такой хороший городской кроссовер. Пожалуйста, багажное отделение. Да, здесь пластик. Автомобиль идет, там полноценная запаска. Шторка. Задние сиденья складываются, ровного пола, к сожалению, не получается. Это один из самых популярных кроссоверов. Поверьте, левый руль совсем не то. Хоть и производится он в Японии, но сборка, честное слово, идет не та. Здесь мне нравится обивка салона, именно материал сидений. Он очень практичный. Задние спинки можно сложить вот таким образом. Ну, вот здесь образуется вот такая вот перегородка, поэтому поспать, к сожалению, в данном автомобиле не получится. Вот места для задних пассажиров хватает. Также есть подогревы задних сидений. Бесключевого доступа нет, автомобиль заводится с ключа. Дверь, вы знаете, вот дверь открываем, она прям массивная такая, тяжело открывается. Есть комплектации всевозможные, есть с кнопки, есть электросиденье, есть подогревы, ISA, есть полный мультируль. Здесь комплектация средняя. Ну, что в этом автомобиле главное? ISA, X-Mod, подогревы есть. Все это имеется.
Пойдем посмотрим на двигатель. Да, есть болячка у данных автомобилей. Это привода на соточке начинают. Лобовина подтекает. Но при проверке автомобиля это, конечно, все проверяется. Вообще двигателя вот эти FB20, у них с завода идет. Там допуск на поджор масла. Но, тем не менее, поверьте, автомобиль этого стоит. То есть и на рыбалку, и на природу, да и просто такой городской кроссовер. Мы переездили на многих автомобилях лучше Форестера, вот честно, пока ничего не было. Ну вот стоит рядом собрат X-Trail 1 650 000. Но если честно, X-Trail, по крайней мере мое мнение, не то он рядом не стоял с Фориком. 1 650 000, двигатель 2-литровый, тоже коробка передач, вариатор, но на Ниссанах это, конечно, больное место, ихний вариатор. Попадаются машины с относительно небольшими пробегами, где вариатор требует внимания. Итак, данный автомобиль белый перламутровый цвет, как видите, еще и гибрид, 2016 год, 4 ВД, статистика, лежит аукционный лист, пробег на автомобиле 113 тысяч. X-Trail'ы тоже есть леворуки, но сборка это уже совсем не то. Сонары, фары, линзы, штатное литье, размер резины 225/65/17. По бокам идет, вот обратите внимание, что у Форика, да, что вот здесь пластмассовые накладки, поэтому когда вот дверь открываете, не было пластмассовой накладки, вы бы там бац куда-нибудь абордюрку железом, все, дверь либо под подкраску, либо еще куда-то. А здесь пластмасску вот эту можно поменять. То же самое и на Форестере можно сделать. Здесь есть бесключевой доступ, подогрев зеркал здесь тоже есть. Вижу, дверная карта, здесь кожзам, пластик, сиденья тоже идут кожзам. Многие считают это за кожаные сиденья, но это не так. Вот он лежит, аукционный лист. Кузов целый, вот какая-то вот, может, вмятинка была, заднее левое крыло. Кстати, сейчас мы это можем проверить. Постараемся на этой неделе сделать видео. Очень много вопросов, как проверяется автомобиль, что конкретно смотрится. Ну и также в ближайшее время будет видео о том, как забираем автомобиль. А нет, ну это я вот так немного посмотреть. Нет, все целенько идет. Может, вытянули. Как отправляется автомобиль, как он едет на автовозе, какие документы. Смотрите, салон какой приятный. Также сзади предусмотрены две дуйки для задних пассажиров. Два подстаканника. Сиденья тоже складываются. Ух ты, какой чистый багажник. Рейлинги. Дверь задняя электро, и она идет пластиковая. Ну вот электро тоже здесь могу поспорить. Кому нравится электро, кому нет. Мне она вообще не нравится. Чем проще, тем лучше, если честно. Вот как, объясните мне. Ну вот как? Такое состояние салона, а? Тоже полноценная запасочка есть. Бензобак справа на Форестере тоже. У нас все еще проблемы с топливом. Нет топлива. То есть уже очередь продают на заправку. Люди стоят по ночам. Ночами. Кожаный руль. Вы знаете, вот многие пишут, там одно говоришь, второе говоришь. Вот согласитесь, на картинках вы этого всего не увидите. То есть цель донести у вас, какие качественные японские автомобили и чем они оснащены. Это вот видео. На картинках, поверьте, совсем не то.
вариатор, 2 подстаканника, подогревы, 2 ВД, авто, ну, включение лога. Ручник идет у нас снизу, кнопка старт. Багажник открывается еще и с кнопки. Пластик здесь такой, вот знаете, он прям мягкий идет. Вот здесь удобная такая полочка. Так. Двигателя. В принципе, здесь беспроблемные. Проблема, как я уже и говорил, кроется здесь в вариаторе. На Nissan всегда двигателя стояли хорошие. Машина не ржавая. 2016 год. Автомобиль. Nissan Juke. Тоже такой городского плана кроссовер, но это по большей части уже идет, конечно, как женский автомобиль. Это лично мое мнение. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 170 тысяч рублей. Турбовый 4 ВД. Летняя резина, штатное литье, 215/55/17. Выделяется таким спортивным внешним видом. Мне очень не нравится на жуках вот эта вот ручка. Так же, как и на сейшерах. Слишком высоко она находится. Ребенок, не каждый ребенок туда дотянется, поверьте. Видели? Все как новенькое сзади, по низу. Жук. Что касается двигателей, проблем тоже нет. Но опять же, это вариатор. Есть беспроблемные вариаторы. Вообще вариатор он не любит, когда на нем буксуют. Он не любит резких движений. Вариатор не любит, когда газ в пол. Японцы все-таки они не дураки. При правильной эксплуатации автомобиля автомобиль будет вам служить очень мало места. Вот это мне, конечно, не нравится. Потому что здесь очень мало места. Тут пленочка еще осталась с завода. И я вот сел. Давайте сейчас я, наверное, камеру переверну. Ребят, я вот сел. У меня голова трется о потолок. Мне, ну, честно, сзади мне некомфортно находиться. Сейчас посмотрим еще, что будет по передней части. Вот. У кого рост поменьше, меньше, чем 1,80 м, ну, в принципе, нормально будет. Но я вот прям, видите, да, что происходит. Здесь для задних пассажиров из удобств. Вот. Подстаканник, так можно называть. Ну, еще одна какая-то ниша. Ну, еще раз повторюсь, места очень мало. Очень. Дверная карта, сплошной пластик. Пластик твердый. Здесь пластика поменьше, где-то 70/30. Есть даже вот вставочка, просто небольшая. Сиденья тоже такие приятные на ощупь. Бензобак, открытие капота. Антибукс, антиюз. 4 ВД, блокировочка небольшая, датчик при столкновении, движение по полосе, вариатор, климат-контроль, аукционный лист, 4,5 балла, пробег 45 тысяч. Может, кому интересен жук, вот вам номер лота, вот вам номер кузова, 46 тысяч на автомобиле. Ну, здесь все по стандарту. Тоже приятное состояние салона. Прям действительно приятное. Ну, вот по передней части, сейчас камеры переключаю. По передней части, по месту, ну, уже, конечно, намного поудачнее. Уже ни обо что, нигде не трусь я.
Давайте заглянем под капот. При покупке автомобилей понятно, что рекомендуется поменять масла, фильтра, обслужить автомобиль. Зимой нужно, конечно, замерить температуру замерзания жидкости. Потому что при перегоне автомобиля, да не то, что при перегоне, вон у нас в городе минус, там, допустим, 15, куда-нибудь отъезжаем подальше, в край, там морозы давят до минус 35, даже 38 было. Просто у вас жидкость замерзнет. 16-й год, турбовый. Ну, новинкой я это назвать не могу. 1 миллион 170 тысяч рублей. Но, тем не менее, угадайте, что за автомобиль, пока не покажу. Тем не менее, таких автомобилей очень мало. То есть, передняя часть, она выделяется, довольно много хрома, туманки, фара линзованная. 16-й год, 1.8, гибрид G-комплектация. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 170 тысяч рублей. Штатное литье, тоже летняя резина. Резина 2019 года выпуска, 205/55/16. Повторители, бесключевой доступ. Салончик с кожаными вставками. Ну, здесь салон, конечно, уже посерьезнее идет. Это мы сейчас сравниваем с каким-нибудь, ну, допустим, филдером, да? Сиденья такие с боковой поддержкой. Тоже все чистенько, аккуратненько. Ребята, аукционный лист такой смешной лежит, но я вот почему-то думаю, что он настоящий. Вот честное слово. 120 тысяч пробег. Или 120. Сейчас сядем туда, посмотрим. Сзади автомобиль. Так, сзади потом покажем. Я думаю, догадались, да, что это Auris. Так складывается. Сзади тоже такой хищный вид у автомобиля. Ну вот как? Ну вот объясните мне. Посмотрите состояние. Запаска новая, да ей еще никто не пользовался. Ни разу. Если вот это вот, мне кажется, будет дребезжать при езде. Но опять же, это все можно сделать. Напоминаю, кто не знает, что такое гибрид. Ребят, гибрид — это установлена батарея. Грубо говоря, у вас поршневая группа не работает, автомобиль едет на батарейке. Такого плана интересная ручка переключения передач. Знаете, многие даже вот не знают, как этим пользоваться. Смотрите. Она всегда находится, всегда в одном положении, да? Включили заднюю скорость, она раз, отработала обратно. Включили дэшку, она раз, обратно отработала. Здесь нет парковки, то есть что вы там будете делать, что вы не будете делать, парковку здесь вы не найдете. Чтобы поставить автомобиль на паркинг, достаточно нажать кнопку. Вот она кнопка. Посмотрите, нажимаю кнопку, все. Автомобиль автоматом стал на паркинг. Магнитола неплохая установлена. Ну и смотрите, фишка данного автомобиля. Он запотевший по низу. Это панорамная крыша. Клево, да, так? Поехать куда-нибудь. Не то, что на природу, а вообще едешь. Понятно, то, что водителю некогда туда смотреть наверх, а вот задним пассажирам будет прикольно. Ехать и наблюдать за небом. Здесь все по стандарту, в принципе, особо интересного ничего нет. Вот в данный момент
автомобиль работает на бензиновом двигателе, батарейка заряжается. Как она будет полностью заряжена, автомобиль, двигатель заглохнет. Вот он, инвертор. Можно сказать, тот же самый привод. Здесь идет охлаждение инвертора и охлаждение самого двигателя. Согласитесь, довольно неплохо автомобиль смотрится со стороны. Друзья, ну давайте, чтобы надолго не затягивать, возьмем пару автомобилей, открывать их не будем. Итак, стоит Nissan. Что-то у нас, по-моему, Вингроу стоит. 18 год, 1,5 литра, 655 тысяч рублей. Автомобиль редкий. Что Вингроу, что АД. Таких автомобилей очень мало на авторынке. Он на, хотел сказать, на штатном литье. Нет, он не на литье. Просто на штатных дисках летняя резина. Но это такой чисто рабочий автомобиль. Просто рабочая лошадка. Есть 4 ВД, есть передний привод. Если 4 ВД, там электромотор стоит. ЕВД. Включается с кнопки. Nissan Note тоже один из таких самых популярных, относительно недорогих автомобилей. Кто-то сказал, что я это сказал, мол, Note недорогие за 850 тысяч. Ребят, там был E-Power. Это простой. Мотор 1.2. Написано 1.3, но по факту здесь 1.2. Видите, 16 год, 12 месяц, 555 тысяч всего. Уже рестайлинг. Тоже есть передний привод, есть 4 ВД, есть турбо. ДКС и разнообразие комплектаций. Коробка передач, вариатор. Toyota Passo. Кстати, вот, наверное, завтра. А нет, не завтра, ладно, бог с ним. В общем, Toyota Passo тоже такой относительно недорогой автомобиль свежего года. Посмотрите, 16 год, 12 месяц, аукцион 4 балла, 575 тысяч. И опять у нас здесь вариатор, но здесь проблем с вариатором нет. Это у нас Саксид, пробокс. Автомобили одинаковые. Коробка передач тоже вариатор. А до рестайлинга был автомат. Сейчас идет вариатор. 1,5 литра, 599 тысяч. Год, к сожалению, не указан на автомобиле. Передний привод 4 ВД. Но это самая популярная рабочая лошадка. И, кстати, неубиваемый автомобиль, ломаться здесь, ну, действительно, можно сказать, нечему. Так, ну что, будем выходить со авторынка. Вот захватим, еще стоит Honda Fit, 2018 год. Рестайлинг, привоз 12 января, аукцион 4 балла, интеллектуальная камера, стоимость автомобиля 785 тысяч рублей. Тоже популярный автомобиль. И стоит у нас, а вот, ребят, кто-то просил недавно в комментариях, писал, да, филдер старенький поснимать. Ну, к сожалению, он закрытый. Сейчас даже не знаю, где ключи от него взять. Итак, 11 год, максимальная комплектация 765 тысяч. Вот если сравнивать старый филдер и новый филдер, вот честно, мне нравится старый больше филдер. И по внешнему виду, по салончику, он намного приятнее, он комфортнее. Намного меньше пластика, он не такой скрипучий. Да и вообще, по подвесочке автомобиль себя ведет совсем по-другому. Штатное литье, летняя резина. Ни одного у нас автомобиля сегодня не было на зимней резине. Нет, вот он, Fit стоит на зимней резине.
Так, а филдер, стоп, год. Год-то у нас здесь не указан. 2021 год, привоз. Цена 765 тысяч рублей. Ладно, ребят, на сегодня будем заканчивать. Не забывайте про розыгрыш именно подбора автомобиля и про розыгрыш осмотра автомобиля в этом видео. А теперь, друзья, для самых внимательных. Итак, о розыгрыше осмотр одного автомобиля. Напоминаю, если это видео набирает 2000 лайков, комментариев, сколько будет, столько будет, то розыгрыш состоится. Нужно под этим видео оставить комментарий, написать свой город, последние 4 цифры номера телефона. И если все условия будут соблюдены, то розыгрыш состоится. И еще вы должны быть подписаны на наш Инстаграм. Инстаграм называется автоподбор25 английскими буквами. Ссылочка будет в описании. Вот все это будет проверяться. Если вдруг ссылка не работает, просто набирайте в Инстаграме автоподбор25.